Всем здравствуйте! Сегодня заслуженный артист России Сергей Жигунов поделился счастливой новостью, сделав тонкий намек на женитьбу на своей возлюбленной Виктории Ворожбит. С эффектной брюнеткой журналистка и актер встречается около года, а теперь отношения пары вышли на новый уровень. Известно, что Жигунов был дважды женат на одной и той же женщине, актрисе Вере Новиковой, с которой расходился ради мимолетного романа с Анастасией Заворотнюк. Однако в прошлом году звезда фильма «Гардемарины. Вперед!» заявила о расторжении брака с Новиковой, тогда же в светских кругах заговорили об очередном романе артиста. В сети новую избранницу Жигунова окрестили копией Заворотнюк за внешнее сходство двух возлюбленных актера. И хотя Жигунов не любит выставлять личную жизнь на показ, сегодня он разместил в соцсетях загадочное фото с кольцом, очень похожим на обручальное. Аналогичный свадебный снимок опубликовала и новоиспеченная супруга актера. Виктория поделилась в Инстаграм фотографией нежных бело-розовых тюльпанов букета невесты. В комментариях поклонники признались, что новость стала для них полной неожиданностью и стали поздравлять пару с началом супружеской жизни. «О боже! Какие перемены! Будьте счастливы! Неожиданно! Опять женат! Бульварное кольцо, колечко на пальце! Все закольцовано, рада за вас! Счастье! Хотелось бы увидеть лица счастливых молодоженов! Поздравляю! Поздравляю вас, Сергей, с женитьбой! Вы хороший человек и заслуживаете счастья!» — написали интернет-пользователи под фото. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!